Семена и рассада пиона травянистого лаура десерт относятся к категории многолетних растений с массивными корнями в виде клубней. Они вырастают в высоту до 1 метра и на конце каждого побега имеют крупный белый цветок с махровой текстурой лепестков. В среднем диаметр бутона достигает 14 сантиметров. Цветение выпадает на летние месяцы и продолжается средний срок. Высаживать их нужно на хорошо освещенном участке сада, где преобладают умеренно сухие и свежие почвы. Будет это плодородная земля или нет, не имеет особого значения. Главное, чтобы почва не была слишком плотной, иначе растение не приживется. Пион травянистый лаура десерт – это многолетнее растение высотой 80-100 сантиметров. Расцветает пион травянистый лаура десерт в месяц май, июнь. Цветы имеют сильный аромат. Цветок окрашен светло-желтые, выгорают до бело-кремовых цвет. Интересные цветы пион могут быть до 14 сантиметров. Пион травянистый лаура десерт создал Дезиорт. Создан сорт был год 1913. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.